Налоги – это важно. Под таким девизом в Ульяновской области завершился месячник налоговой помощи и финансовой грамотности. На этот раз акция прошла в Меликесском районе. Весь месяц в муниципалитете проходили круглые столы для предпринимателей и сотрудников госучреждений, направленные на повышение финансовой грамотности. По всей области экономический эффект за этот месяц по дополнительным поступлениям бюджета всех уровней составил 71,5 миллиона рублей. Много это ли мало? Я думаю, не так уж это и мало. Только в Меликесском районе дополнительные поступления составили 9 миллионов рублей. Для муниципалитета сумма весьма внушительная. По мнению специалистов, концентрация усилий региональных структур позволила за один месяц привлечь в консолидированный бюджет региона сумму, сопоставимую с полугодием работы в самостоятельном режиме. Активное участие в месячнике приняли местные школьники. Ребята участвовали в творческом тематическом конкурсе. Писали стихи и прозу, рисовали и снимали видеоролики. Все на тему налогов. «Сердце не будет тревоги, если каждый раз в году будешь ты платить налоги за недвижимость свою. Ведь стране ты так поможешь стать мощнее и богаче, в государство деньги вложишь, и не будет недостачи. Если честный гражданин, ты налоги заплати, будешь жить в селе красивом, в городе благоустроенном, будут детские площадки и дороги ровные». Победителей конкурса наградили дипломами и памятными подарками. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.